Привет, друзья, с вами Кики, и сегодня будет видео касательно XRP. Я назвал это видео «Собираем плоды Corda Network R3». Итак, первая новость. 7 германских банков, в том числе банк IGN и Rabobank, присоединились к R3 и будут использовать Corda Network Settler XRP уже в этом месяце. Вторая новость. Instamatch Global, швейцарская компания в сфере FX, которая работает с 50 банками мира. И каждый день у них средняя транзакция, количество транзакций средств на 1 миллиард долларов. Они заявили прямо так, что они очень рады, что наконец-то избавились от своего централизованного приложения для переводов и наконец-то открыли приложение на R3. То есть они будут делать переводы, тот же Corda Network и Settler XRP. Это Instamatch Global. Третья новость про компанию Chainfront, которая уже предлагает возможность девелоперам, программистам. Оно дает API, с помощью которого можно делать децентрализованные приложения, которое будет сразу же работать и с XRP, и с Ethereum. То есть для смарт-контрактов будет использоваться Ethereum, а для перевода в этом DAPI будет использоваться XRP. И четвертая новость. Сахарный кусочек я оставил в конце. В правительстве Индии разработали Unified Payments Infrastructure, UPI, интерфейс для внутрибанковых переводов. Это все связывается, Amazon будет работать с этим интерфейсом, и все же люди в Индии, которые имеют Amazon ID, для них будет возможно не только покупать что-то из Amazon.India, но и делать коммунальные платежи и много чего с помощью этого интерфейса. Так вот, что тут важно? Тот банк, который поддерживает Unified Payment Interface, Axis Bank, этот же банк работает с Ripple. По сути, получается, что для InnerBank будет использовать свой UPI, а для межграничных переводов Ripple. А Amazon — это американская компания, а этот банк — индийская компания в Индии. Итак, друзья, если бы эти новости выходили в bull market, в ситуации, когда у нас был бы bull market, то точно бы обрабатывались на цене. Это уж точно. Но в любом случае, эти новости еще нам аукнется. Спасибо всем, пока.